Сегодня такой день, когда мы говорим не о пожилом человеке, говорим о человеке мудром, о человеке необходимом, о человеке очень важном и очень-очень значимом. Я, конечно, в этот день мы вспоминаем тех, кого с нами нет, вспоминаем тех, кто нам дорог и близок. Наверное, кто-то вспоминает свою маму, кто-то вспоминает свою бабушку. Ну вот такой праздник, который детский сад не мог пройти мимо. Конечно, начало учебного года, после лета. Еще не совсем мы, скажем, вошли в этот учебный процесс. Еще не совсем у нас так полноценно шли занятия. Но тем не менее, мы очень-очень сегодня хотим, чтобы вы получили радость. Радость от общения с детством, радость от общения с хорошей красивой музыкой, с красивыми стихами. И поэтому, как бы там ни было, все равно, дорогие друзья, с праздником вас. Есть в разгаре осени праздник необычный. Небо блещет осенью, солнцем симпатичным. Праздник называется «Очень мудрым словом». Днем человека пожилого. Вы вместе с ребенком проходите золотую пору его жизни, наполняете ее заботой, мудростью, любовью. Вы источник терпения, доброты, нравственной опоры и защиты своих внуков. Подумать только, наших детей поддерживают две бабушки, два дедушки, а кому повезло еще и прабабушки. Это здорово, что именно вот в такую замечательную золотую осень празднуется в этот день. Вот у нас в садике есть такой замечательный клен. Вот у меня когда плохое настроение, я встаю, и вот я, знаете, я вот поднимаю себе настроение. Правда, это здорово, когда осень, когда все так в золоте, в огрянце и так далее. Какие бы беды ни мрачали, все плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, мечтаем о любви, ведь жизнь прекрасна. Thank you.
желаю здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтобы в жизни не было ненасти, чтобы не старели года. Мы так хотим, чтобы под улыбок ваши висеть над замок свёрфичат. Мы просим вас, чтобы улыбались чаще, чтобы замечательно у вас. Дедом быть моим непросто, но ведь со мной проблем. Со мной ладить часто сложно. Ты справляешься со всем. Ты мой друг, опора, счастье. Ты мой дедушка навек. Улыбаюсь я от счастья, что такое человек. Вот какая у нас благодарительная наша группа. Подарите бабушкам свои улыбки. И дедушка. Yeah.
для вас. Солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз. Ну а самое, самое главное, пусть не старит нам душу гадать, чтобы беды отпали, печаль обходила, ну а радость жила в нашем сердце всегда. Помилуй, как
вами очень замечательно получилось. Спасибо, кто подпевал. Хорошие голосочки. Да, Наталья Николаевна? Получилось у нас? Какое счастье просто жить и любоваться каждой травинкой. От счастья плакать, от души любить, исследовать судьбы своей тропинки, встречать рассветы, впитывая краски, что солнце празднуло по небесам, читать любимому внучонку сказки, верить в чудо, что приходит к нам. Какое счастье просто жить. А мы об этом часто забываем.